День настал! Всем привет! Меня зовут Екатерина. Сегодня я вам покажу и расскажу об Альберто Кассиано. Это очень крутой бренд очков. Наверное, вы уже слышали не раз. Я уверена, что слышали. Сегодня прекрасный день. Надеюсь, у вас такое же прекрасное настроение, как у меня. Я знаю, вы это видео очень давно ждали, потому что будет распаковочка. Я вам покажу, как смотрятся и сидят эти крутые очки. Альберто Кассиано имеет свои корни Испании на острове Ибица. Пляж, солнце, море, песок. Захотели уже в отпуск, да? Скажи. Видите же? Я лично, да, надоела эта рутина. Все это вдохновило дизайнеров, художников создавать супер стильные оправы и, конечно же, море-море крутых цветов, линз и фильтров. Также политика бренда – это смелость, крутость, показать, передать эмоции в Инстаграм, показать свою индивидуальность, а также, конечно же, доступность. Ценовая политика начинается всего от 25 баксов. Вы будете выглядеть на целый миллион долларов. Я вам это гарантирую. Также у бренда очень большие амбиции, очень много планов на будущее. Будут совместные коллаборации с именитыми личностями, со звездами. А еще вы можете заказать очки в любую точку мира. На таких сайтах, как albertocassiano.com, Wildberries, Caspi Market, Forte Market и все остальные сайты я прикреплю вниз в описании. Ссылочку оставлю внизу. Можете перейти, посмотреть, выбрать для вас самый удобный способ. Итак, давайте с вами посмотрим самую крутую и востребованную линейку Ecstasy. Это линейка унисекс, она подходит абсолютно всем. Имеет 5 самых крутых оттенков. Это Shadow, Silver, Gold, Black и Blue. Когда вы заказываете эти очки, вам приходит вот такая вот коробочка. Она транспортировочная, ее очень легко перевозить. Вы ее открываете, внутри идет, получается, чехольчик с вашими очками и вот такая вот салфеточка. Внутри идет в комплекте вот такой вот мешочек. Это для хранения ваших очков. Она очень приятная на ощупь. И вот такая вот мягкая салфеточка, которая подойдет для ежедневного использования. Очень будет бережно заботиться о ваших очках. Что чаще выбирают покупатели? Давайте разделим на парней и девушек. Оттенок Shadow, его обожают все одинаково, и парни, и девушки. Оттенок Black, это классика жанра, подходит как и парням, так и девушкам. Оттенок Gold, его выбирают 70% девушек и 30% парней. Ну это, конечно, понятно, логично, потому что оттенок идет более такой женский. Оттенок Silver, 70% выбирают парней и 30% девушек. Ну логично, потому что оттенок такой подчеркивает брутальность. Оттенок Blue выбирают 70% девушек и 30% парней. Давайте теперь посмотрим все детально, каждую модель и цвета линейки Ecstasy, этих крутых малышек. Цвет Shadow – это очень популярный цвет с таким резким переходом, красивым градиентом. Посмотрите, какие они офигенные. Даже когда смотришь на себя в зеркало, ощущаешь себя очень крутой малышкой или стильнягой. Вы посмотрите, как смотрятся эти клыки, что сбоку и снизу. Я считаю, что такие малышки должны быть у каждого в гардеробе. Они божественны. Просто one love. Black – смелый цвет, металлическая матовая оправа, черные линзы с третьей степенью светопроницаемости. Очень много поклонниц этого оттенка, и я их очень понимаю, потому что этот оттенок можно с любым стилем одежды, с любым оттенком – черным, белым, красным. Черный всегда считался классикой. Дизайн Ecstasy будет смотреться намного эффективнее, если будет соблюдена правильная носка. Не впритык, а немного спущена. Вот так. Вообще, с самого начала эта модель подразумевала, что она будет немного побольше, нежели обычные авиаторы. Я считаю, что смотрится очень эффектно. Gold – самовыражение. Это было одно из самых смелых решений художников – создать золото в золоте. Посмотрите, как сверкает со всех сторон. Оправа смотрится, будто выполнена из чистого золота. Вы посмотрите просто этот цвет, как он передает все оттенки. Особенно будет шикарно передавать закат. Такой вам маленький лайфхак. Если вы хотите крутые фотки с очками, всегда ловите очками небо либо закат. И ваши фотки будут крутыми, я вам гарантирую. В этих очках, кто хочется одеть белый купальник, взять коктейль и пойти на пляж. В общем, вы поняли, да, что происхождение этого бренда передается на этих стильных цветах фильтров. Silver – утонченность, черная оправа с зеркальными линзами, чувствуешь себя моделью 90-60-90, воображение на все 100, либо парнем таким брутальным. Мне очень нравится. Бренд рекомендует носить их с вашей любимой кожаной курточкой, либо с купальниками в темных оттенках. Да вообще, эта модель подходит абсолютно подо все. На байке с ветерком.
блюд, цвет настроения глубокий, вкусный, рама цвета стали очень привлекает внимание. Цвет очень выделяет из толпы, так и кричит «Look at me!» – однозначно эффект вау. Эта модель будет фаворитом как в повседневной жизни, так и для активного отдыха в горах. Цвет, который не оставит никого равнодушным. Я считаю, каждая девушка должна иметь у себя такой экземпляр. Я так счастлива для вас продемонстрировать всех этих замечательных малышек, рассказать миссию и историю бренда. Как гласит Альберто Кассиано, для того, чтобы выглядеть супер, круто, дорого и богато, не обязательно переплачивать за это огромные деньги. С вами была Екатерина, бренд-менеджер Альберто Кассиано в русскоговорящих странах. Всем пока-пока!